потрясающе. Это Антарес справа. А это луна, которая уже скрыта деревьями на горизонте. Это же надо, какое чистое небо. То есть буквально до момента, как прячется за линию горизонта, видно и Антарес, вон справа в уголочке, и луну. Потрясающе. Луна за деревьями. Так, ну если мы видим Антарес, сейчас луна из-за дерева, значит, выйдет. Мы ее увидим. Да, ну тоже такое. И Антарес с перебоем видел. За листвой прячется. И луна такая. 18 октября 2023 год. Ну, наверное, лучшего мы не дождемся. Смотри, какая красота. И погода безветренная. Я ж такие кратеры видно. Ёлки-моталки. Ты представляешь? Какая чистая сегодня атмосфера. Ну, к сожалению, уже с завтрашнего дня у нас тучи, облака. Какая краса. А где там наш Антарес? Уже все, тетю. Ну, Антарес уже тетю. Потрясающе, конечно. Чтобы вот так на горизонте четко просматривалась луна, обычно на горизонте просто все уже за дымкой, за загазованностью, за пылью земной уже все скрывается, а тут он какая краса. Конечно, мне в окуляр получше, чем вам видно, покачественнее. А там еще Ютуб сожрет. Ну ладно. Хорошо, понемножку. Сняли и спутники Starlink, и Луну, и Солнце. Наснимали.